красивый торт своими руками? Теперь это просто. Предлагаю рецепт, как приготовить детский торт-самолет. На первый взгляд вам покажется, что приготовить его нереально, но все проще, чем вы думаете. Такой торт не только вкусный, он порадует своим видом всех ваших гостей. Его можно украсить разными кремами, мастикой или другими кондитерскими изделиями. Все зависит лишь от вашей фантазии. Предлагаю простой рецепт, с помощью которого можно без проблем испечь такую красоту. Для этого вам понадобятся бисквитные коржи, которые можно испечь самостоятельно или купить в магазине, а также крем и глазурь. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Один из готовых бисквитных коржей вырезаем детали будущего самолета. 2. Готовим крем. Смешиваем сметану, сливки и сахар. Лучше делать это блендером, чтобы все тщательно перемешалось. 3. Складываем все части в целый самолет и перемазываем их кремом. Остатки бисквита мелко крошим и смешиваем с остатками крема. Полученной кашицей заполняем все щели и бока. 4. Готовим глазурь. Для этого растапливаем на водяной бане плитку шоколада и добавляем молоко. Все перемешиваем. Покрываем готовой глазурью конструкцию и украшаем десерт по своему усмотрению. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. 5. Торту необходимо немного постоять, чтобы он пропитался, и можете подавать к столу. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Ингредиенты. Бисквитные коржи, 1 штука, упаковка. Сметана, 200 грамм. Сливки, 200 грамм. Сахар, 1/2 стакана. Шоколад, 100 грамм. Молоко, 2 столовые ложки. Количество порций, 8-10. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Друзья, жду вас снова.